Здравствуйте, с вами канал Норблок. Я сегодня сел в самолет. Нам нужен лист из тетради. Или вы можете взять А4. Начинаем. Если вы хотите, чтобы ваш самолет был короткий, тогда лист тетради отрежьте пополам. Вот таким образом. Вот у меня есть теперь два. Возьмем один. Второй нам не нужен. Так, сделаем так, чтобы этот конец был здесь. Теперь открываем. Потом сделаем треугольник. Посмотрите, чтобы быть очень ровно. Если не будет ровно, он не будет быстро летать. Вот так у нас будет получиться. Вас тоже. Потом сделаем так. Вот эти концы. Вот, привяжем вот так. Потом вторую. Вот. Смотрите. Теперь, если вы хотите, чтобы ваш самолет был очень короткий, тогда сделайте вот так. Эти концы сделайте так, чтобы были здесь. Вот. А если не хотите, можете не сделать. Теперь сделаем так. Вот так. И вторую. Потом сделаем так, чтобы этот конец был здесь. Но у нас будет получиться вот такой. Теперь так. А потом сделаем так. У нас должен получиться вот такой фигур. Теперь сделаем так. Потом вот так. И все. У нас должен получиться вот такой нож самолет. Посмотрите, как он. Красиво? Сейчас еще раз сделаю. Возьмем. Он немного неровно идет. Ну, надеюсь, это ничего. Ничего не сделает вам. Если вам нравился этот видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Смотрите предыдущее видео.